Что вы чувствуете, когда вы видите радугу? Какие ассоциации у вас это вызывает? А вот актюбинцы как-то своеобразно отреагировали на инициативу властей. Там, оказывается, одну из девятиэтажек разукрасили в различные цвета. И это почему-то не понравилось жителям Актубе. Они возмутились. Вообще лучше бы так возмущались они за то, что тарифы высокие, за то, что у нас коррупция, за то, что и выходили на митинги, за то, что у нас власть несменяема, за то, что у нас столько несправедливости, за то, что у нас нету свободы слова, за то, что судьи продажные. А здесь возмутились, потому что власть разукрасила одну из девятиэтажек в различные цвета. И эта общественность потребовала от чиновников, чтобы эти цвета перекрасили в один цвет. Как это было? Серо и убого. И вот известный в Казахстане публицист Сергей Дуванов и общественный деятель по этому поводу написал. И я считаю, что для меня это очень интересно было прочитать его статью. И вот я бы хотел вас тоже посвятить и погрузить в его измышления по этому поводу. Вот что пишет Сергей Дуванов. Недавно в казахстанском городе Актобе фасад одного из многоэтажек здания раскрасили в цвета радуги. В Акимате посчитали, что это украсит здание, а заодно и город. Но не тут-то было. Вот такие дела. Упала атомная бомба. Актюбинцы, усмотрев в цветах радуги популяризацию ЛГБТ сообщества, ну, в общем, гей-отношения, возмутились и потребовали закрасить эти художества от Акимата. Вы представляете, какое прогрессивное общество в Актубе? Ну, прям предела нету. В Акимате решили не конфликтовать. О, в Акимате решили конфликтовать с местными поборниками нравственности. И они в общем, перекрасили обратно стену. Что? Как это так? Власть пошла на уступки народу и перекрасила. Что-то здесь не то. Знаете, здесь больше пахнет тем, что эта ситуация искусственна. Потому что, зная природу нашей власти, она очень редко идет на требования именно народа. Если уж действительно волна поднимается, как в Фейсбуке, или, например, люди выходят на акцию протеста, тогда власть еще может обратить внимание и пойти на какие-то уступки. Но здесь люди просто возмутились, наверное, письма там стали писать, и власть пошла на уступки. В общем, этой статьей Сергей хочет показать, я так понял, что у нормальных людей складывается впечатление, что они живут среди дикарей. В общем, я дальше читать не буду, я ссылку оставлю под видео, можете пройти и почитать. Я бы от себя хотел бы добавить, прежде всего, то, что сейчас время такое, что мы живем в условиях, когда либо белые, либо черные. Других цветов, других оттенков не существует для нас. Хотя вы должны понять, что мир многообразен. Вы знаете, что существует миллионов цветов и оттенков. И жизнь как раз из этого состоит. И когда мы говорим, что вот это белое, а вот это черное, это настолько примитивное представление о жизни, об обществе, о мире. Это вот двухлетний ребенок даже может понять, что это настолько примитивно. И какие бы люди нас ни окружали, как бы они ни делились по тем или иным признакам различия, религиозные, половые, сексуальные и тому подобное, давайте признаемся, что не это же ведь делает человека плохим и хорошим, а его реальные поступки. Что он делает? Вообще надо признать, что люди, которые не такие, как все в сексуальном смысле, они всегда были гонимы со стороны общества
Я имею в виду в закрытых обществах, там, где тоталитарные системы государства, авторитарные, там это всегда повод для того, чтобы человека унизить или посадить. Хотя человек не может быть по этому различию плохим. Он просто такой. За него сделала выбор природа. Вы знаете, что ориентации не то, что вы делаете выбор, это то, что делает выбор за вас природа. И вы с этим ничего не можете поделать. Если вы не верите, почитайте. Кто-то говорит, что это надо лечить, но это же невозможно лечить, потому что это не болезнь. Это просто дело вкуса. Вот природа тебя наделила быть таким, ты такой. Ну а что ж теперь поделать? Как перековаться? Это что, заново надо переродиться, получается? В общем, у кого есть что сказать, оставляйте свои комментарии по этому поводу. Будет интересно послушать. Всем пока. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал.